Комары. Я кашу дорожки, но комары вообще не дают это делать. У меня сейчас перекур переел. Вот не знаю, как вы. Я люблю зеленую клубнику. Вот не знаю почему. Ну, красный тоже. Но вообще хочу вам сказать. И какая красота. Прям малиновая. У меня нет такого, что прям я обожаю клубнику. Я могу поесть. Да и то я вот, честно говоря, вот сейчас я ем, и я немного себя заставляю есть. Потому что ягоды полезны, только это слово полезно. Я не... Боже мой, сколько... Смотри, какая красота. Во. Мамик тоже не любит особо, знаешь, клубнику. Вот. Вот этим агрегатом я кашу дорожки. Но хочу вам сказать, что, знаешь, девчата, это не... Про то, что... Смотри, жесть какая большая. Это не про то. Блин, немного грязная. Ой. Только побалдеть, комары не дают. Вонючки. Боже мой. Ребята, это что за кошмар? А что она такая здоровая? Смотри. Пидораски. Слизни. Аккуратно до слизни. Слизни чуть ли не сожрал. Слизни еще. Беда. Слизни. Вонючки. Ну и вот. Смотри, какая, как на картинке. Угу. Говорят, еще клубника полезна. Вы любите клубнику? Сейчас опрос сделаем родителям. Вот мне кажется, мама скажет, не любит, а папа скажет, любит. Сейчас узнаем. Смотри, какая красота. Во, красота. А здесь какая красота, смотри. Во, спина. Во. Картоха у нас, кстати, хорошая. Угу. Во. Кстати, вставлю видос, нашел в ТикТоке. Реально вставлю, девчат, поржете. Как у колорадского жука мужик соорудил агрегат. И как он собирает колорадского жука. Это вообще обоссаться, посмотрите. Ухаживал-то? Я ухаживал. Козерог. Так, ухаживал. Вопрос. Любите ли вы клубнику? Мам, ты любишь клубнику? Нет, а? Это вишня. Вишня. Черешня. Ага. Абрикос. Абрикос. Вот. И что вишня еще? Малина. Малина. Ты любишь малину? Ой, да. Обожаю просто. Я могу прямо ее есть? Ага. Папа, твоя... А вообще, я тебе хочу сказать... Ну, подождите, давайте папу. Пап, а твоя любимая ягода? Ну, в принципе, малина. Малина? Да. Ну, и смородину красную. Да? Тоже. Да. Ага. А еще в детстве любил красную черемуху. Во! Представляешь, ли у них росла? Черемуха. Ага. Во! Мама, ты что хотел сказать? А я вот что хотел сказать? Да. Вот эта вот прям пленка мне понравилась. Вот эта мульчирующая. Какая? Че, вот это белое, видишь? Это где у тебя сейчас посажены вот эти? Баклажаны. И че, это баклажан такие, мам? И чем она тебе? Очень хорошо, на ней все растет. Вот на ней, да? Кабачки такие, да? Uh-huh. И прям вот и баклажаны, тросовников нет. Прям вообще. Комары не жрут. Ты знаешь, что я тебе хочу сказать? Uh-huh. Вот меня все критикуют. Вот uh-huh. Сними, посмотри там сзади, сколько завязи помидор.
что мне. Юля, вы выращиваете листву. Ну. Юля никогда листву не выращивает. Юля не выращивает листву. У Юли помидор вон в завязи. Море. Вот, вот смотри, вот ага. Он пасынок. Вот говорят, надо его. Я если его отрежу, посмотри на нем, сколько помидор. Ну, много. Вот. Ты лишишься помидор. А, да, а говорят, надо обрезать. Ну, не надо обрезайте. Никого девочки слушать. Делайте так, как вы хотите делать. Да, вот как хотите вам отрежешь. Хотите отрезать, отрежьте. Не хотите, не отрежьте. Ой, мам, ну клубника какая хороша-то у тебя, кстати. Вообще песня. Крупная какая, мамик. Да, надо разводить. Угу. А вот мама, а у соседей это вот картошка, да? Где картошка-то? Это не картошка, это поле. Это поле. А? Вот там чуть-чуть картошки, остальное не запахали. Ну, за соли. Да. Снимали, наверное, мам, ну муравьишки смотрю, паразиты. Ну, есть. Что писал-то? Шпиона, да? А? Сегодня еще. Шуля, Юля. Все, Юля, Юля. Юля, молодец. Юля, не сбивайся с тропы садовода-огородника. Садовода-огородника, не говори, Юля. Делай, Юля, так как делаешь. Делай, никого, делай. Юля, не слушай. На. Сетка какая-то модная, под потолок повешена. А знаешь что, тут раньше огурцы были. Да. О, а потом с тобой сейчас сходим в горячую теплицу. Ну. Вот, смотри, да. Посмотри, сколько завязи помидор-то, посмотри. Куча все девочки, усыпано. Куча. Да. Но Юля выращивает листья. Ну, пусть он выращивает. Ну и что, зато мы будем кушать помидорчики. И листья. И листья. Да. Листья. Нет, листья можешь... Мам, ну хорошая а теплица, делать, да? Очень. Теплица вот эта очень удачная. Ага. Высокая. Ага. Угу. Вообще, песня. Девочки, не реклама, девочки, не реклама. У нас не реклама. Название я сейчас сниму. Вот, фермер Капля. Это что такое? Вот, девочки. Во-первых, все форточки забывают. А мне нравится, что... Вот, да. Самое главное, что она высокая. И растений много хватает. Угу. Вот, воздуха. Воздуха, да. Вот как растения. Видишь, я это понимаю. А? Я это понимаю, понимаешь? Понимаю. По нашей теплице соседка ориентируется. Ага, форточки открыты. Она увидит, открывает. Форточки открываются. Да? И она бежит, ага. Открывает свои вручную. Это она сказала? Ага. Да. Она говорит, а я просто теплицу смотрю. Форточки открылись, значит, надо открывать. А они открываются автоматически, что ли, мам? Да. Мам, ну а как здесь чип, что ли, какой-то? Нет, или там залит парафин. Парафиновый стержень. Во. Трубка парафиновая. Парафин нагревается во. И открывает. Во. Во. Парафин. А потом парафин остывает, и он во. Открывает. Ничего. Вот, а еще ага. Есть, интересно, ага. Вот в этом году, угу. Там, вот у меня на улице посажены помидоры, есть способ маслова. Господи. Вот, дорогие друзья. Что за способ маслова? Вот, помидоры у него вообще прям лежат. Лежат, он их не псынкует, ничего не делает. Угу. Они прям лежат у него на мульче. Ой. И вот, говорит, там урожай просто неимоверный. Мам, и в чем заключается способ этот маслова? Ну, то, что он вот не обрывает их. Не подвязывает. Он не подвязывает ну, их. Они в диком состоянии. То есть он в диком угу. Состоянии. Он угу. Говорит, что помидор как бы плетется. Угу. Понимаешь? Вот, а вообще я хочу сказать, угу. Девчонки, я просто... Зашла у нас в магазин, есть такой маленький магазинчик, а там прибежала тетка, такая, женщина, прибежала и говорит, ой, я покупала у вас удобрения, прибежала еще, купила, и прибежала, купила сразу два пакета. Во. Это удобрение вне корневые подкормки, оно с липосаном, то есть с прилипателем, то есть растения постоянно питаются. Илюш, эффект сногсшибающий. Как, вот, как называется? Пом... Не знаю, надо дом посмотреть, я покажу прям пачку. Илюша, помидоры вяжутся, я тебе передать не могу, такого никогда не было, понимаешь? Во, то дорогое есть... удобрение-то? Илюш, дорогое. Ну, это тоже... Сколько стоит? 800 рублей килограмм. 800 рублей килограмм. Но этим килограммом ты усадишься. Да? Ну, уполиваешься, вернее. Ну, я тебе хочу сказать, вот сейчас вот опять напишу. Дорого! Дорого, дорогие реклама. Друзья, в реклама, вот ой, в наше класс, время да. Сейчас, когда у нас такой сезон непредсказуемый, вот у нас в понедельник будет всего 21 градус. Да. Вот. Спрашивают у меня вот про двери. Вот, вот они, двери, они нараспашку. И сейчас, какая бы погода ни была, двери всегда нараспашку. Да. Вот это... Всем. То есть советик такой, да? Да, они не должны закрываться. Вот, вот с одной стороны хорошо форточки, да, автоматика, но с другой стороны, Илюш, плохо. Да. Они на ночь сейчас закроются. И душно будет. И да, будет конденсат. А для помидора это плохо. Мы в одной теплице даже, ну тут высоко,
нам прыгать, да, мы скрутили автоматику, вот сейчас именно, и форточки у нас постоянно открыты. Ой, надо не забыть сфоткать это твое удобрение для помидор. Сфоткаю, напомню, что вообще, вот чудо, ты посмотри, сколько помидор, боже ты мой, никогда такого не было, они все завязывают. И что ценно в том удобрении, дорогие друзья, там, значит, ну, естественно, все микроэлементы, и там что? Там в состав входит сейчас минимум азота, там как раз-таки фосфор, калий, то, что надо для помидор сейчас для завязывания. Вот. Так что, дорогие друзья, удобрение находка. Огонь. Так, а я думаю, сейчас дорожки покажу. Ну, я тебе хочу сказать, что-то в интернете я посмотрела, оно 500 рублей. 500? Да. А ты купила где? А я купила у нас в магазине. 800. 800. Ну вот накрутила она, баба Фиса. 300 рублей всех карман. 300 рублей она накрутила. Учитывая, что, может, закупила оптом за 400. Да, может быть. Может даже дешевле. Может дешевле. Ну так, в интернете ты увидела, сколько стоит? 500. Но не факт, что придет. Где-нибудь купишь? Да. В интернет-магазине. Да. А там купишь. Ты знаешь что, вот опять стали говорить, есть такое средство от клеща, вертимек. Вертимек, ага. И, короче, одна... Ну, она у нас берет и моется. Мы стали с ней разговаривать, она говорит, я купила вертимек, ничего он не работает. Я говорю, а как вы купили? Я купила его разливной. То есть пузырек дорого, и его продают где-то на фирме. Но они же и воды разбодяжили. Понимаешь? Я говорю. Лучше покупать бутылку запаянной, да, мам? Да. Так. Прям сильный дождь был. А? Смерч. А я на работе сидел и ничего не видел. Вышел, смотрю, а там... Да, прям сильный? Ого, ничего себе, прям мам думал, все яблони поломает. Вот тебе и погодка. Дорожки отсыпали. Осталось вот сколько. Ну, потом я еще досыплю, потому что там надо выравнивать. Пока что не могу, пока спина. Сейчас уколы мне доделают. И потом подсыпаю. Ну, буду чуть-чуть постепенно. Чтобы не сорвать спину. Ребята, ну понимаешь, камон. Вот камон и в ребаде. Только косил траву. Вот все. Мне кажется, прям вот туши свет, бросай гранату. Трава растет. Очень быстро. Сейчас еще покажу чуть-чуть. Все косят, слышите? О. Боже мой, ну клубничка, хорошо, какая хорошо. Прям как из детства. Сел под кустик. Я вот люблю вот такую чуть зеленую. Мне напоминает, это из детства. Чуть зеленая. Потому что хочется ягодку. Она еще не доспела. Смотри. Вот смотрите. Куди неделя. Думаю, мы шампусика купить. А я вот не любитель шампанское с клубникой. Где-то не понимаю, но можно, в принципе. Косим. Но его надо как-то повычерпывать. Мам, это столько дождя было. Что, прям очень сильный был дождь. А? Какая она хорошая, дождевая, тухлая. Какая тухлая, это божья вода. Мам, ты сейчас наговоришь, какая-то что за сектантство. Не сектантство. Ну и здрасте. И куда мы... Мам, ну не надо, она тухлая. Ты не делай глупость, пожалуйста, не надо. Дождевую химическую воду. И так там химия. Мы цветочки так польем. Божья вода. Это что за уклон дровчина? Во, у нас вот этот обряд, девочки. Ночью мы выходим и орошаем цветы. Слушай, нет, это с басика натекает. Мам, она провисла, что ты... Ты что говоришь глупости? Я тебе говорю. Вот у папы надо спросить, куда провисла, пиписла? Это дождевая вода. Нет, ты не можешь. Мам, давай не будем делать ошибки. Думаешь, провисла эта вода? Подтяни. А, ну хотя, наверное, да, я думаю, что да. Подтяни. Куда тяни? К себе подтяни. Ну вот все, он утонул у нас вообще.
Сейчас. А я думал, дождь это такой, думаю, ни хрена себе дождь. Вода. О, все, давай лучше не будем делать, пускай папа делает. Он сейчас на нас будет орать, что мы самоуправством за... Давай, управляем. Давай сделаем вид, что это не мы сделали. Что это не мы, а дождь. Да. По жопе сейчас нам надо это. Ну все. А я думаю, Там теперь упал. Где упал-то, господи, упал. Упала синосвала. Пап, мы думали, это дождь, а это не дождь. Это с бассейна вода вот эта, или да, дождь накапал? Это дождь? Да. Ну, уже это не дождь. Потому что утонуло все у нас, весь процесс.